В Одесской области пограничники отрезали два села от Украины. Люди сидят без хлеба и не могут покинуть населенные пункты. В ходе проведения демаркационных работ на границе с Приднестровьем пограничники перекрыли единственную дорогу, связывающую села Новоалександровка и Новые Буторы Великомихайловского района с остальной Украиной. Две деревни расположены внутри небольшого выступа, врезающегося в территорию непризнанной Приднестровской республики. Автомобильное сообщение с областью ранее осуществлялось при помощи дороги, 900 метров которой проходят через территорию Приднестровья. В связи с проведением демаркации границы данный участок будет закрыт. Власти области уже пообещали разобраться в ситуации. Всех нужно с района заводить в село. Скорая помощь не заедет. То есть из двух населенных пунктов сообщения с Украиной нет.